И вы снова на канале Сестричек. Вы давно уже нас просили, чтобы мы сняли видео про наши летние дневники. Сегодня мы вам покажем, как мы их ведем. Ну что, начинаем? Сейчас мы вам покажем, что здесь есть. Здесь лежат наши дневники. Разные гелевые ручки. Блестками есть простые. В этом пенале фломастера. И такие разные скотчи. Это все, чем мы пользуемся. Ну что, теперь мы вам покажем, как мы ведем наши дневники. Это мой дневник. Здесь страничка обо мне. А здесь страничка о моих покупках. В конвертик я буду складывать разные чеки, когда буду что-то покупать. А это вкусная страничка. Только я ее еще не разукрасила. Давайте сделаем это вместе. Something is wrong with the way, and I don't know why. Why you need to lie? Something is wrong with the way, and I don't know why. Ну что, я закончила эту страничку. Она получилась очень вкусная. Идем дальше. А дальше страничка моей мечты. Эту страничку я закончила, а на эту я буду клеить все, о чем я мечтаю. Вот я вырезала вот такие картиночки. Сейчас я их наклею. Я мечтаю поплавать с дельфинами. Я мечтаю научиться ездить на лошади. Я мечтаю жить в большом доме. Я хочу, чтобы у меня была собачка. Я хочу научиться кататься на лыжах. И еще есть у меня мечта побывать на море и увидеть пальмы настоящие. И она очень-очень скоро сбудется. Ну вот я и закончила заполнять мои странички. Теперь будет Ксюша. Теперь я покажу свой дневник. Это мое любимое мороженое. А здесь я решила сделать фото-челлендж. Мои летние фотографии. Это челлендж
на 30 дней. Нужно делать фотку каждый день. Например, я сделала такие задания. Фото с фруктом. Второй день – фотка с Никой. Третий день – фото в очках. Фото живот. Или фото, как я сплю. На другой страничке тоже 10 заданий. И здесь тоже 10. И выполнять их нужно каждый день. Я выполнила задание на этой страничке. И теперь я сюда вот буду клеить фотографии. Первое задание – фото с фруктом. Теперь я наклею его вот сюда. Следующее фото с книгой. Следующее фото в очках. Дальше утреннее фото. Фото в машине. Фото с цветами. Фото в зеркале. Фото с животным. Фото, когда я сплю. Вот и все. Завтра я буду начинать задание с этой странички. Здесь у меня фото с сестрой, фото с великом, фото в бассейне, смешное, грустное фото. Вы можете придумать разные идеи для фото. Самое главное – фантазируйте. Вы знаете, откуда мы берем идеи? С приложения Pinterest. Вот так вот выглядит это приложение. Здесь можно найти рисунки на разные темы. Даже можно найти идеи для личного дневника. С этим приложением мы учимся рисовать. Ну что, ребята, на сегодня все. Если вам понравился, как мы ведем наш дневник, если вы хотите продолжения, то ставьте лайк, и мы обязательно снимем вторую часть. Всем пока! И до скорых встреч! Could have slept here for days.